Ля, расскажи, как тебе лагерь PGL? Мне очень нравится лагерь. Он очень интересный. Здесь интересные уроки, интересные activities. А учителя просто прекрасные. Расскажи, пожалуйста, на уроках что было самое интересное? Самое интересное было учить английский, там, когда нам рассказывали какие-то истории. Когда нам рассказывали про Виндзор. А какие экскурсии тебе запомнились больше всего? Больше всего запомнился Виндзор. Он очень красивый, он старинный. Там живет королева. Расскажи, пожалуйста, какие активитис тебе понравились? Мне больше всего понравились качели, гигантские качели, потому что там очень быстро ты летишь с высоты. Это было очень не страшно. Еще мне понравились выживание в лесу. Там мы делали дома, шалаши и очищали воду. А больше всего мне понравилось скатывание на тарзанке, потому что там ты летишь с бешеной скоростью. Расскажи, пожалуйста, про питание. Мне очень нравится здесь еда, потому что она здесь вкусная. Но в целом тебе как после 3 недель? Очень нравится. Я даже, когда маме звоню, я привык, что я здесь говорю на английском большую часть времени. Какую-то часть времени просто говорю на английском. После того, как вспоминаю, что мама русская.